Выпускной. Особый момент в жизни каждого ученика, преподавателя и родителя. Пройден тернистый путь, настало время новых решений, трудностей и побед. 28 июня почетное звание выпускника получили учащиеся IT-лицея КФУ. Открыл торжественную часть долгожданного мероприятия первый проректор Казанского федерального. Его приветственное слово запомнилось выпускникам и гостям лицея особой теплотой и искренностью. Я думаю, действительно останется это навсегда в памяти. И в то же время радостный праздник, потому что сегодня они выходят в большую самостоятельную жизнь. А далее директор IT-лицея отметил, что за годы обучения выпускниками достигнуты весьма серьезные результаты участия в олимпиадах различного уровня и не только. Я хочу вас познакомить с результатами государственной аттестации. Наверное, вам интересно, как закончились экзамены у вас. Они выше тех, которые были у нас в прошлом году. То есть это очень серьезные результаты. Большое вам за это спасибо. Сами же ребята переполнены заметным волнением. Почти каждый из них провел много времени не только в лицее, но и в стенах Альма-Матер. И прощаться с Казанским федеральным ребята не намерены. Как нам удалось выяснить, выпускники IT-лицея подают документы в Казанский федеральный университет. В своем большинстве на направлении точных наук. Я собираюсь поступать в Казанский федеральный университет, скорее всего, на инженерный факультет. Мне интересно заниматься физикой. Поступал я в IT-лицей как раз с такой мыслью о том, что здесь из меня подготовят хорошего IT-специалиста, абитуриента. Столь знаменательный день всегда похож на сказку. Яркий и трогательный. И главные герои здесь – выпускники. Самые яркие и счастливые. Именно сейчас ребята попрощались с родным лицеем и уже готовы сделать первые шаги в новую для них взрослую жизнь. Дело осталось за малым. Принять все поздравления и первый рассвет. Аделя Шемилова, Ленардо Валетьяров, Универньюз.